Привет, друзья и гости моего канала. Макбанк. Что-то у меня как телефон на боку. Что ты на боку? А ну-ка, давай, остановись. Все, всем доброе утро. Может быть, оно и не утро, может быть. Короче, я сейчас в огороде, не в огороде, за двором там гребла всю траву. Бумерангом вот этим выпалывала. Макбанк. Вот у меня какие щички наварила, видали? Красные, ой, гарные, по рецепту Ольги Уралочки. А это у меня пережарочка была, вкусня моя, на щи. Хотела поперед поезда, некогда было, ой, да я оставила, она горяченькая еще была. Ну и ладно, она и такая вкусная. Я немножко себе щи налила, можно было бы, конечно, побольше налить, ну ладно. Приятного аппетита. Нормальный формат, нормальный. Попреть. Можно поближе, да? Комментарий вчера там какой-то там мне написал, или какая-то. Сразу видно по характеру, что вы человек. Что-то там, то ли злая, то ли недоброжелательная, то ли недобрая. Это вообще, друзья, ой. Это пьяные они там что сидят или что? Я человек-позитивчик. Это они из зависти говорят. У них, наверное, не сложился день. Наверное. Несчастные люди. У нас пасмурно. Сегодня у нас... Только сейчас смотрела. 21 или 24? 21. Видите, я в кофте. Прохладно. Особая колбаса. Вчера зашла в магазин, купила. Можно поближе, но тут уже край. Ёкарный бабай. Выбором там порядок навела. Там идеально, у меня идеально. Покажу. Вот такие щи. Танюшка, любимая работа. Ой, такой пирог вчера. Классный, классный пирог. Ой, надо тебе такой сделать. Какой он аппетитный. По Ольге Уралочке щи теперь я варю. А ее учила мама, она. Она варит, как мама ее варила. Но мне такой рецепт очень понравился, очень вкусно. Короче, перец я так и не посадила, перец. Вчера была троица. Сегодня вечером посажу. Тот участок я еще не дополола. Мне его показывала, угол остался. Надо идти.
С двором сейчас выпало было. Ну как выпало? Там нету, ну как нету там травы. Бумерангом вот этим. Морковка у меня последняя осталась. 7 килограмм натирала на зиму. Вот осталось и все. Колбаску вчера особую взяла. Ну, знаете, да? Жирненькая. Мне нравится особая колбаса. У меня в доме холодрыга. Туся моя под одеялку лезет. Холодно. Я в ловушках. Барсик поел и спит. Всю ночь спал. Погода туча. Небо все затянуто. Вчера в церкви огромная кастрюляка была окрошки. Какая же она вкусная. Я 2 тарелки вот таких съела. Еще добавки говорили, кому надо. Ой, вкусная была окрошка, это обалденная. Да густая была. Не вода. По-моему, была на майонезе. Такая прям вот молочка вот эта такая вот вода беленькая была. Я не спросила, чем заправляли. А я приехала, они уже сестры сидят, заканчивают нарезать. Я говорю, Надь, ты что ж мне не позвонила, чтобы я приехала, тоже помогла. К тебе не дозвонишься. А у меня уже симка одна. Телефон садится. А планшет зарядился. Туда переставляю. Вот. А что, на меня не звонит, я не знаю. Ну ладно, WhatsApp. Там его проблематично. Он же зарегистрировал на этот телефон у меня WhatsApp. На Galaxy. А если я симку переставляю в этот планшет? Lenovo у меня здоровый. Мне запрашивают код. И код приходит вот на этот телефон. Если я, например, в Lenovo сижу, симку переставил туда. Мне там запрашивают код. Дайте код. Я симку вытаскиваю, сюда вставляю. Симка зарегистрирована на этот телефон. И код приходит сюда, на этот телефон. Сюда захожу, здесь никакого кода нет. И там... Вот это я мучаюсь там, чтобы восстановить там этот... Валборис.
Ой, Валбрис, господи. WhatsApp. Что это я, Валбрис? Вчера с Тюдзой весь вечер про Валбрис. У нас магазин вот здесь, вот, в нашем поселке, продуктовый. И отдел сделали Валбрис. Теперь мне не надо в Калач ездить. У нас в поселке Валбрис стоит. Да. Какая я, оказывается, злая. Знаешь, какие друзья припудренные заходят на ролики, да, на каналы. Вот неадекват. Один неадекват заходит. Най-най. А мне по фуншую. На-на-на-на-най-на-на-най. Короче, 11 минут. Можно бы еще половиться. Ладно, лолы-лолы. 11,5 минут. Друзья, спасибо, кто уделил мне. Посидел со мной. Покушал. Пишите, что ели. Какая у вас погода? Дожди пошли или нет? У нас все затянуто, не знаю, будет дожди. Но дождь не стоит. Друзья, как мне надоел этот огород, а? Вот честное слово. Это мотыга, она меня задолбала уже. Надо думать, 9 соток. Одна. Вот они, две руки. Больше нету. Не выросли еще две. Ой, чуть не поперхнулась. Ёхарный бабай. Ладно, пока. На этом на ёхарном все. Поехали дальше. Лопату в зубы. Мотыгу. Пока. Пока. Я лишь на себя, я не путевая.